хозяева садовых участков смогут частично компенсировать строительство дома на своей дачной земле. Об этом сообщается в официальном письме Минфина России. В министерстве отметили, что рассчитывать на льготу могут только владельцы дач, на которых размещены жилые дома. Постройка обязательно должна быть оформлена в собственность. В ведомстве добавили, что льгота будет распространяться на дома, зарегистрированные в собственность, только в 2019 году или позже. Подробнее на сайте.